Привет, ребята! С вами Слава, и вы на канале Тики-Таки Кук. Если кто-то не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь. Нажмите на красную кнопочку внизу и на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И сегодня мы с вами будем готовить сладкую вату. Кто любит сладкую вату, пишите мне в комментариях. Для приготовления сладкой ваты мы приобрели вот такой вот аппарат. Да. Сладкая вата. Нам нужно будет насыпать сахар, включить этот прибор и на палочку наматывать сладкую вату. Да. Это очень крутая штука. Я думаю, она обязательно должна понравиться ребятам. Держи. Вот, ребята, смотрите, какая красота. Нет, Ярославочка, это не кровать для покоев. Смотрите, друзья, у нашего аппарата есть такая вот золотая ручка. Он на колесиках, но только колеса не крутятся. И еще и на липучках. Вот так он выглядит со всех сторон. Есть у нас кнопка включения-выключения. Мама, а я шнур уже развязала, вот эту штучку. Разматывай, разматывай шнур. Вот еще такая штука есть, она снимается. Сюда мы кладем сахар. А вот так вот выглядит аппарат наш изнутри. Вот эту вот крышку нам нужно одеть на наш аппарат и зафиксировать. Все, готово. Также у нас есть в наборе мерная ложечка и палочки. И инструкция по приготовлению сладкой ваты. Перед началом использования нашего аппарата его нужно разогреть в течение 5 минут. Включай, будем его разогревать. Смотри, как быстро крутится. Даже ветер дует. Конечно, он греется, он будет очень-очень горячим внутри. И когда мы насыпем сахар, сахар начнет от такой температуры расплавляться. И будет появляться наша вата. Чем-то пахнет где? Чем пахнет? Жареным от него пахнет. Жареным, да. Пахнет? Ну, это потому, что, может быть, он новый, там что-то нагревается. Смотри, какое красное. У там? Да. Светится. Светится. Это все красное нагрелось, оно такое горячее. Представляешь, какая температура? Ну все, мы думаем, что наш аппарат нагрелся, а теперь надо его выключить и насыпать мерной ложечкой сахар. Только без горки набирай ложку. Полную, но без горки. Еще, еще. Не бойся. Все, все. Да нет, убери пока палочку. Держи ее ровно. Сейчас я включаю. Сначала ты бьешь. Хорошо, давай я. Ты видишь, уже вата появляется? По чуть-чуть будем накручивать. Я даже боюсь. Туда пока слабо разогрелся сахар. Боишься? Да не бойся, Ярослава. Но детки сами могут приготовить себе сладкую вату. Только на две палочки, наверное, не получится. Вот, видишь, начинает появляться паутинка такая. Давай, давай, накручивай, накручивай, накручивай вот так. Давай, давай, молодец. Смотри, сама себе вату делаешь. Умничка, крути, крути. Класс. Смотри, она уже больше и больше становится. Подальше, подальше, вот здесь. А теперь давай вот так будем держать и наматывать. Это у нас... Вот так, смотри. Держишь просто и наматываешь. Держи, держи, мотай, мотай. Учись, ничего, мы же первый раз.
прикладывай только близко к этому. Мотай, мотай, мотай. Давай, Ярослав. Вот так, собирай ее. Мальчик, ты уже слышишь? Я не могу. Мы уже здесь намотали. Ну ничего, это же пробное, правильно? Смотри, получается. Забираем как. А ты уже пробуешь, да? Подумала. Ничего, ничего. Ох, какая уже. Видишь? Пышная такая. Может, все уже? Все, да. Сахар закончился. Ну, пока мы научились, ребята, она не получилась такой сильно пышной, но все равно, смотри, какая прикольная вата. А теперь пробуй. А вкусно будет, да? Ну, как тебе дома готовить сладкую вату? Нормально. Класс? Она хоть вкусно. Сладкая? Вкуснятина. Еще раз приготовим? Мы же теперь уже знаем, как работать этим аппаратом. Включай. Теперь ждем, пока он разогреется чуть-чуть. Но пока я еще не вижу паутинки. Какая вата получилась. Ну, это, конечно, не получилось. Бывает. Ну, не могла. Да ну, ничего страшного.
А вкусная это? Объедение. Вот так вот классно, ребята, можно приготовить сладкую вату дома. Всем пока, подписывайтесь на канал и палец вверх. Пока-пока.